Пока сообщения поступают только от жителей 12 и 13 микрорайонов. Мошенники под видом сотрудников водоканала заходят в квартиры и предлагают установить систему водоочистки за 76 тысяч рублей. Сразу после данных сообщений, конечно же, мы сразу связались с Юганс-водоканалом, выяснили, что, конечно же, это не работники, потому что такие сообщения нам приходят, к сожалению, каждый год, и тоже они используют то Юганс-водоканал, то еще какие-то организации. Приходят, как правило, к пожилым. Если отвечают, что таких денег нет, предлагают воспользоваться средствами, отложенными на похороны, или оформить кредит. У некоторых нефтеюганцев им удалось взять данные паспорта и СНИЛС. Горожан призывают не открывать двери посторонним, сотрудники водоканала не ходят по квартирам. Если пришли сантехники, попросите показать удостоверение.